победой, самое главное, с сухим матчем. Какой был самый сложный эпизод? До самого начала, наверное, было несколько моментов, когда выход был 1-1. В остальном так был в игре, все время разыгрывали мяч и все. Как тебе Болгария? Хорошая, крепкая команда, очень высокорослая. Мы готовились и были готовы именно к такой игре, которую они показали. Лично ты ожидал, что матч такой сложный получится? До конца интрига бывает? В сборной всегда матчи сложные, простых не бывает, поэтому собираются самые сильные игроки своих стран, поэтому всегда напряжение с первой до последней минуты. Есть ощущение со стороны, что команда немножко тяжеловата под нагрузками, это действительно так? Действительно, нагрузки были у нас, и сбор был довольно тяжелый. Вот сейчас я думаю, что будет нас выводить из этого состояния, и появится легкость, будем готовиться, соответственно. Наша подготовка идет именно к первому матчу чемпионата Европы. Команда сегодня дадут выходной. Как ты уйдешь в вечер? Семье. Спасибо.